Привет, продолжаем Red Dead Redemption. У нас уже финал игры наклевывается. Хоба! Чего ты, соскучился? Давай вылезем отсюда. Сокровища мы нашли. Так, куда пилим? Так, пилить надо. О, это кто у нас? Ой, блядь, Биверхолл. Это Джезайя Треллани. Сэдди Адлер еще есть. Пенелопа Брейтвейт. Давай, Брейтвейт Манор, сгоняем. Ну, давай. Хоба, где там? Костерчик запилим. Так, это Брейтвейт там куда-то нужно. Так, Бивер, индейская... Поместье Брейтвейта. Во! Недавно открыл, что тут есть, блин, быстрые перемещения. Офигеть. О, дерево, ой, дерево. Дом показывают с деревом. Там в это, в доме секреточка, по-моему, если это то дерево. Ой, тот дом, в смысле. Брейтвейта всех расхерачила я. Сейчас пойду Пенелопе помогать. Дом спалили вон. Ой, как давно это было. Так, новая запись в дневнике. А чё мне груз нарисовали какой-то? Нет, сейчас погоди, блин, игрок. Артурчик. Чё с Артурчиком? Недостаточный. А, вес недостаточный. Расход статус. Расход статус. Ебануться. Температура комфортно, честь нормально. А чё вес? Я типа вообще уже что ли? Это. Ну давай пожрём чё-нибудь. Консервы пожрём. Консервы у нас дохища. Давай еще сожрем консерву. Я, правда, персиками, блин, питаюсь. А мы дома этот обыскивали, интересно. О, он что-то лежит. А, это кирпич. А тут ничего у вас в доме нет, блин? Интересно. Интересного. Ой. Чего? А, смотри. Блядь, да что ты там? Какая фотография? А какой отдохнуть? Уйти, блядь. Ты... Это не костер. Это дом спалили. Так, подожди. Какая фотография еще раз? Ни хрена себе. Просто сгорелая фотография, офигеть. Ну ладно. Так, вон Пенелопу уже вижу. Бля, Пенелопа мне, наверное, спасибо не скажет. А, подожди, в печке что-нибудь есть? В печке ничего нет. Так, в общем, я чудо... Как? Нихера, в общем, в доме нет. А дом-то такой маленький, небольшой оказался, бля. Так, тут люди, кстати, тусуют. Никто не предъявит мне. Все заросло. А еще, говорит, всем насрать. Что-то далеко бежать-то до нее. О, конь валяется. У вас тут конь не валялся. О, нифига себе, какой-то новый конь. Что за конь-то? А, Морган. Показать информацию. Кентуккийская. Красава. Красавица какая, а? Так. Ну, это Морган обычный. Ладно. Хей-хоп! Хей-хоп! Ла-ла-лей! А, ты вот в этом домике живешь, да? Ладно, Пенелопа Брейтвейт.
Как же туха. Здрасте. Ой, ты чё, куда убежала? Вы пришли, наконец-то я пришел. Спасибо, спасибо, вы чудесный человек. Ну же, идемте, нельзя терять ни минуты. Куда? Что за суета? Они убили ее. Мисс Калхун убили. А ведь она просто хотела сделать жизнь лучше, а эти свиньи убили ее. Кто ее убил? Не знаю. А, это эти же, блин. Феминистки. Наверное, мои кузены, говорит. Вы же видели, они скоты. Суфражистки они назывались точно тогда. Даже не скоты, а чудовища. Таких чудовищ... Чё там? Ладно, вы не могли отвезти на станцию? Там будет ждать Бо. Бо. А почему он сам не может нас спасти? Ну, если бы они увидели нас вместе, то они бы линчевали, а меня бы отправили в монастырь. А может, линчевали нас обоих, я даже не знаю. Обожают вешать людей, говорит. Куда вы направляетесь? Бостон. Это хорошо, там вам будут рады. Давай, входим. Чё, куда идем? Доберитесь до станции Роудса. Ой, давай, доберемся. О, девочка тут, это... Я в вашей власти, говорит. Доберитесь. Где там туалет-то, вон? Что, просто... Я бы на вашем месте этого не делала. Это моя бедная кузина, и ничем не помочь, я пыталась, поверь, тут кто-то есть, тут кто-то есть. Что тебе нужно? А, это ее дочь, ой, это сестра, оставьте ее, хочешь целоваться? Она до этого орала бешеным голосом. А, и все, да? Мне больно на это смотреть, может поедем? Поехали, че лошадь эта у меня загорцевала? О да, о да. Тебе это нравится? И знал, как вы, Брэд Уэйт, обращаетесь с врагами, теперь я увидел, как вы обращаетесь с родичами. Да. Это великий позор для семьи, которая уже и так опозорена. Я говорил себе, что здесь родными ей будет лучше, чем в санатории, но, видимо, я ошиблась. Я постараюсь помочь ей с... Ой, ну да, из Бостона-то лучше помогается, но... Упили ты, забудет. Ладно, вам еще надо успеть на поезд. А, надо на поезд успеть. Везите меня от всего этого. Так, мы, надеюсь, перестрелки не будем здесь участвовать каких-нибудь, бляха-муха. Так, поехали напрямик вообще. Главное, баба, чтоб не слетела. Так, а вот мы доехали уже, смотри-ка. А вон поезд даже стоит. Видимо, поезд сразу до Бостона, да? Ой, тихо-тихо-тихо. Блять, пройди нормально. Все, привез я. Встретись с Бо. Вы прибыли, он должен быть где-то впереди. Может, вы поедете с нами на поезде хотя бы до первой остановки? Ладно. Right. Ну вот, я привел тебе бабу. Ты пришла, Да, блядь, чуть меня не обняли. Бо, мой лучший мужчина. Да все, валите отсюда. Я не могу назвать себя настоящим мужчиной, но люблю тебя, Пенелопа Брэд Уэйт. Сэр, как нам благодарить вас за доброту? Да хер его знает, от туберкулеза вылечите. Можете поделиться драгоценностями. Бо, Артур присоединится к нам, я думаю, нам будет нужна помощь. Купите билеты на станции. Купите билеты, пожалуйста. Нам нельзя... Да в смысле нельзя, чтобы вас заметили, сами ходят, шатаются туда-сюда. Встретимся, говорит, на платформе. Давай купим билет. Три билета до Сен-Дени. О, задание Сэдди Садлер выполнил. О, здравствуйте, сэр. Здравствуй, Олден. Надеюсь, у вас все в порядке. На самом деле, не очень, но я рад за вас. А, рад вас видеть. О, там кузен. Нет, оставьте нас в покое. О, нихера себе. Блять. Ну что за, говорит, херня? Мисс, берите сумки, садитесь в вагон. Я разберусь. Иди сюда, Янки.
Да, блядь. Да на, сука. Да на, блядь. Это этого добить, сука. Да, блядь. Да, блядь, закройся. Да на! Да забейся! Сука! Да ты-то завалишься уже, нет, бля! Да на, блядь, об стенку! Садитесь на поезд. Все, вот мы. Все, сел. Идите к Пенелопу, блядь. Ну все. Фу, здравствуйте, будущее. Ёкарный бабай. Драки тут на ровном месте. Так, готово. Ну и семейка у тебя. Да, уж обаяние у них это добавляй. Но с другой стороны, ведь мой дядя держал своего сводного брата в братстве. Так чего от них ждать? Хороших манер. Дядя говорил, что раньше жизнь была лучше. Но... что он мог безнаказанно насиловать, убивать, и работать ему было не нужно. Но... наши семьи, в округе есть хорошие люди. Но наши семьи, большинство из них прогнали, остальных запугали. Все из-за дурацкой распри. Это восхитительно. Так, вот это кто едет сзади? Боже ты мой, говорит. Что? Ёпарасет, говорит. Кажется, это мой второй кузен. Что за дела с этими проклятыми кузенами? Думаю, они узнали про драгоценности. Не привлекайте себе внимание. Разберусь с ними. Устраните громил, да? Так, ладно, пистолет. Блять, достань два пистолета. Вернулась драгоценности штата, говорит. А, блять, надо, во-первых, сразу эту жрать. На. Пойдешь, нет, валерьяна чужая. Так, еще едут. На. Так, с другой стороны. О, еще сверху. Да, блядь, ты задрал. На тебе в бошку. Где там сверху? Тут все, говорит, не в романтике. На, в пушку. В роковой встрече. Ограбила собственную семью подчистую. I kill you, говорит. I kill you! Сейчас, блядь, устрою вам kill you. Вы что там, никак не кончите? Я уже табака столько изживал, блин. Все, отстаньте, блядь. Все, ушли. Может, винтовку возьмем? Блять, у меня не те винтовки. Так, бля, что за остановка? Тише, тише, все будет хорошо. Так, чё? Грязные твари, будь они прокляты. Хорошо, что все закончилось. Заставьте поезд тронуться. О, он сбежал, сука. Ну, ни хрена. Ладно, подождите здесь, посмотрим, что там впереди. Чё? Поедем сейчас. Я уже на поезде ездил. Сука, такая перестрелка была. Так, разогнаться, поехали. Отвалите нахер, я тут это. Все, поехали. Надо до Сен-Дени доехать, я правильно понимаю теперь? Бля, туда долго ехать. Ну, правда, в первый раз, когда я на поезде ехал, я его угнал, там такой трэш был, со мной такая толпа ехала.
О! Эти каких там бизоны. Давай меня не попадаемся на дороге. А, о, отгонять их как раз надо. Так, куда едем? Куда стрелка повернута, туда и едем, да? Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Да, вот люди ведь придумали металлическую бочку, вскипятить воду, и чтоб пар шел и торкал поршни, охренеть. Стравливаем давление. У меня прав на вождение поезда нет, поэтому, ребята, лучше разбегайтесь. Я, блин, ребята, лучше разбегайтесь. Еще аварию бы не устроить где-нибудь. Воды не нужно заправиться случайно. Блин, собака еще обгавкивает меня зачем-то. Это ж поезд. А вагонов всего ничего, 3 штуки. А тут некоторые поезда ездят, охренеть. Все, приехал. Ну, я молодец. Станция Рикс. Знает, где тормоза. А заглушил этот, как его, двигатель-то? Дальше вам лучше ехать без меня. Мистер Артур, я не знал, что вы умеете водить поезд. Я тоже. Но, если честно, было довольно весело. И никого из нас я не убил. Ну, убил некоторых ваших родственников, но они же сами собирались всех нас убить. Вы джентльмен, сэр. О, нет. Еда, говорит. У меня не так много денег. Она ограбила так-то вообще. Но эти сапфиры стоят очень дорого. Фамильная драгоценность. Сокровище Брейтвейтов. Да откажусь. Я не могу это принять. На, держи. Отправим вас в Бостон, пока не подоспели другие родственники. Хорошая, говорит, идея. Эй, ты там живой? Пара едет на север, нужно попасть в Бостон. Деньги у них есть, расплатятся по прибытии. Строят? Да, отлично, говорит. Садитесь. Вы что-нибудь для защиты в такую поездку берете? Конечно, иначе каким же я был кучером? Что, отобрал? Она будет у мисс Брэдвейт вплоть до вашего прибытия. А, револьвер Джо. В связи с тем, что она везет ценности, я даже не знаю, как вас отблагодарить. Хороший человек вы. Давайте, говорит, валите отсюда нахер. А эти люди в поезде остались, сидят там, охеревают. О, на серебро даже. Че я там на серебро? Нужно быстро сделать. Попадите в голову 5 Бродвейтам. Ну, попал. А я думал, доеду до Сен-Дени. О, ни хрена себе, куда я упилил? Вообще далеко. Здесь не бывал я. Так, конь. Конь, давай. Ваш, говорит, на нуле. Что там можно? Ну вот, можно что-то починиться, да? Что-то я все ем. Он у меня все в плохом и плохом состоянии. Чё, куда он? Дорога куда-то заводит. Давай съездим туда, чё. А потом быстрым перемещением обратно вернемся.
О, надо лошадь кормить. О. Не, душится, блин. Ну ладно, скормил, скормил. Че ты жадничаешь? Душица просто это. Рецепт есть хороший с душицей. Мясо. Че там? А, подожди, вот это че? Дикая морковь. Вот дикую морковь можно скармливать. Я же это, не питаюсь. Мы сейчас этот строубери будем проезжать, с которой, которой мы с Микой весь расстреляли давным-давно еще, блин. Нахер я на край карты еду? Ой-ой-ой. Ну типа с надеждой, вдруг там что-нибудь есть? Так, а можно здесь проскочить? А, стейблс. А в городе что будем делать? Да там нихера нет в городе. Давай через стейблс проедем, посмотрим, какие там кони есть. Вдруг появились новенькие коники. Хотя, конечно, под конец игры смысла-то особо нет менять. Я этого-то, блин, коня столько долго, это как его тренировал. Хоба! Хоба! Все, заезжаем. С вилами такой еще шляндает. Че, говорит, завалю нахер. Дружище, говорит, вы подцепили какую-то заразу. В здешних местах ходит страшное. А че это с бруя? Новое что-то появилось. Естественно. А, можем... О, нифига, цвет забубенить. Давай с беленьким будешь. Выкрасили хвост. Длинный. Коса от Реда. А чё, как мне косу не надо? Длинный, давай, тоже белый сделаем. А, там еще дальше есть какие-то. Цветные, смотри-ка. Ху-ху! Нет, сделаем тупо белый. Коня не узнать. Снаряжение. А почему все появилось? У нас у меня новые эти, что ли, открылись, я не понял. Седло. Купленные седло. Вакеру. Маклеллан следопыт. Да хрен его знает. Матушка Хаббард. Хаббард не нравится мне название. А че купленные? Похер, купим следы пыт. О, улучшенное какое-то. О, дофига себе яркие какие. Давай, черные. Стремена, рожки какие-то. С орлом, блин. Ну давай с орлом возьмем, похер. Путники, которые... Да, обычные они все. Аванжела, которая... Рио Браво. Да они обычные же, нафиг. Баю, чё ли я? Мансанита. О, вот это возьмем. Okay. Тупо деньги трачу. Матрасики. А какое интересно. Да обычные они все. Я и так синий был. Он только друг. Так, внешний вид, уход, снаряжение, внешний вид. А, мы... Так, давай уход. Управление. Так, покупка лошади. Андалузская. О! Чистокровная. А давай возьмем ее. Пофигу. Чистюля. О, нифига себе. А, у этого разгон лучше, у этого скорость лучше. Блядь, да нахер я взял тогда?
И заново учить еще. Управляем скаковая. Скаковая. Да пофигу, чуть-чуть поездим. Потом это, если что, поменяем. Так. Чисто попробовать, как ездит. Ай, филе 5 пальцев от этой играть не буду. Нахер. Че, информация о дилижансе. Ай, да нахер уже. Эй. Так, шляпу, во-первых, одень. Где твоя шляпа? Мы зачем-то едем в горы, в общем. Ой, да, лошадь медленная, пипец. Еле едет. Давай попробуем напрямик. Мы же всякие вещи ищем, высматриваем, да? Интересные. Чик-чик. Так, ладно, давай, здорово. Ой, блядь, сука. Вот так вот. Конь, иди сюда, блин, у тебя хозяин идиот. Знать надо бы уже. Ты там не разобьешься, нет? Ладно, я пока пешком бегу, как обычно, блин. Какое-то новое озеро. Мост какой-то. Гуси орут, га-га-га. Ты, блядь, опять чуть в дерево не въехал. О, что это у нас? А, мята у меня полностью. Опять мята. Почему-то синими цветочками. А, ты пришел, да, конь, блин? Это конь, кстати. А, это девочка. Это девочка, конь. О, говорит, я скорее поем своего пса. Или чё? А, ты охотишься, что ли? Окей, sure. Удачи, ладно. Ну и чё, вот я приехал. Тут конец карты, типа, что ли? Вот я приехал. Блядь, ну давай на север сгоняю. Что это даст, правда? Так, ночь наступила. Ой, хорош там кто-то нас нападать захотел. По ручью вдарим. О, блядь! Сука, пошел ты в жопу! Да беги! Сука! Чё, тут завалился? Конь, блин! Пока, говорит, не успокоится. Давай я свяжу ему этого хмыря, хоть мясо будет. На шкуру не возьму. Ножку, говорит, подними. Мы тебя потрошить будем.
плохая медвежья шкура. Ты трусиха! Вот, блин, медведя испугалась, а труп медведя не испугалась, он же сейчас воняет, наверное. Зачем я сюда поехал? О, зданица какой-то, смотри-ка. А, не зданица, там вот. А, там этот, как его, ёпты. Стой, стой, блядь. Сейчас я еще шлепнусь в речку. Этот. Медвежатник. Блять, стай, говорит, нормально, с нужной стороны. Че ты, ёпты. Так, продать. Че мы можем продать? Пахучая железа. Нахер она нужна? А, изготовление предметов. Так, одну штуку продадим. Одну штуку продадим. Мясо не будем продавать. Это все на изготовление. Одну штуку. И все. Так, купить. Что можно купить? А, ну опять одежду. Нейтрализатор запаха. Улучшено снаряжение. Ну, у нас тут все нормально. Пофигу. Я исследователь больше всего. Вторая корабля. А, пройдите испытание исследователей с 10. Прикинь. Бандит я никакой. Отдохнуть у огня. Ну-ка, давай отдохнем. Ты меня гонять-то, наверное, не будешь, надеюсь. Так, что можно изготовить? О, о, крупная дичь, я же говорю. Рецепты. А, бля, прикинь. Ну и ладно, пока тогда... А, подожди, кофе можно жахнуть, ну. Every one of my garments is a little different, because every belt is a little different. You'll find them. Все, да? Ладно, уходим. Мясо крупной дичи потом изготовим что-нибудь. Так, что здесь делаю? Пума нарисована. Вниз еще можно, можно наверх. Отдохнуть у костра. Наверх еще куда-нибудь можно залезть? Конь! Где ты там? То есть это не конь, это коница. Можно ли отсюда свалить? Сейчас узнаем. Еще какое-то ущелье. Бля, тихо. Давай мы почистим. О, медведь наверху. Стой. Давай, бля, во-первых, сразу каркана доставай. Ты чё, медведь? О! Блять, это какой-то необычный медведь. И что-то он, сука, не свалился вниз. Ахер, он наверху остался, блять. Это какой-то необычный медведь был. Там было же написано изучить. Все, я не перелезу никуда, да, конец карты, потому что... Бля. Суетливо ношусь по округе. Может, видно его будет? Нет, говорит, он там лежит мертвый. Так, дай мы тебя еще покормим. Чтоб у тебя настроение поднялось.
Ага. Тыгдым, тыгдым. Ой, я мерзнуть начал почему-то. Типа в горы поднялся слишком высоко. Исследователь сраный. Дин-дин-дин-дин-дин. Так, стой. О! Вон впереди какой-то лагерь. Да? Куда-то можно... На север чуть-чуть проедемся. Ой, блядь, давайте только шлепаться не будем с горы. Так, там какое-то поселение. Это поселение сгоняем. Так. О! А, леопардовый прак. Кентуккийская. Вы, говорит, испугали лошадь. Да хер с ним, испугал и испугал, чё. Нифига себе, целые поля. Он что-то растет. Что это такое у нас растет? А это малина. А я ее ел, кстати. Да ел, наверное. Вон еще малина. Давай ее вот эту съедим. О, дерево какое-то. Ни хрена себе, блин. Так, здесь что за цветочки? Мимо прошел. Это мята опять. Давай, ладно, мята. Да блин, до дерева мог бы и пешком сбегать. Что тут такое? Тут нет ничего. Ладно, нет. Вроде. Вот это что за поселение? Враждебный банд. А, вы обнаружил логово банды. И чё будет? Если я банду нашел. Ой, мне кажется, надо всех перестрелять, если это бандиты. Ладно, мы так и сделаем. Только сделаем это по-умному. Ну или по-глупому, как выйдет. Так, это не камень. Надо за камнем спрятаться. Не хватит просто патронов-то всех перестрелять. На, по затылку. Где там еще? Перезаряжаемся быстренько. О, сзади. Вы идите сюда, ребята. Бля. Кто шмаляет-то? Блять, мимо. Бля. Блять, так меня и завалят по чуть-чуть. Будут шмалять издалека-то.
Так, давай за дерево забежим. Нет, блядь, не с этой стороны, вот с этой. Хоба, и давай сразу табачка. А вон он. Наверху кто-то, сука, шмаляет непонятно откуда. А он еще идет. Где вы там, сука? Вас же не бесконечное количество. Так, подожди, а там-то что красненько? А, поверь. Их тут 6 штук еще осталось. Ни хрена себе, а это что? Dog Ranch. Так с кем я воюю-то? Что за банда? 6 человек там еще. Давай мы зайдем отсюда. Сменим точку обзора. Блять, этот неубиваемый хмырь. Ты прикинь? Они не особо-то стараются вылезти, блядь. О, у них там пулемет вообще-то стоит. Дебилы, лучше пулемет достали. О, тихо. Хорошая винтовка, а он еще целый. А, готов. Правильно понимаю, что в логове банды я могу всех... О, бежит сюда. Так, сразу берем револьверты. Так, чё у него? А, это Дрискл, ёпта. О, вон он. Нет, это пулемет. Так, чё из оружия? Старый самозаводный револьвер. Нет, не будем ничего такого брать. О, вот и пулемет, сука. Всё-таки взялись за пулемет. Ну, мужики, пипец вам, бляха-муха. Так, в туалет можно запрятаться? Нет. Как хорошо, что их всех на карте показывают. О, это что такое? Палка какая-то. Чё пулеметчик? О, пулеметчик сюда, смотри-ка, повернулся, скотина. Так, берем винтовку. У тебя патроны должны кончиться, сука. Да, блядь. На. Что за, говорит, хороший день, что ли? Не вижу нихера. Попрощайся, говорит. О, подожди, они меня прям близко до меня добрались. Высовывайся, сука. Да, блядь. На, в щеку тебе. Так, в доме еще один хмырь остался. Так, где ты там, скотина последняя? О, че, неужто все сдохли? О, ребята.
завалил всех. Хорошее дело сделал. Они же все-таки это бандиты и позже. Что тут у нас? Ой, всяких штучек. Открытый пузырек с лекарством. Давай сейчас пузырек с лекарством. Тоник. Где лекарство? Здесь у нас, да? О, давай. Лосось консервированный. Овощи. Так, и пожрать надо вообще-то сразу же. Консервы буду жрать, блин. Что-то я мерзнуть начал. Так. Нужно еще и в домах обыскать. А там интересно, что-нибудь в домах будет интересно. Так, вышка у нас есть. Да он головой стукнулся. Сука. Давай бухнем еще. Нифига себе. О, могилы. Тут у них. То есть чуваки развлекаются как могут. И знаете, что вспомнил? Понял, то есть. Ну, давно карточек не находил. Че, они все в одном экземпляре, что ли, карточки? Я просто думал... Нет, не в двойном. Я же... Ой, не в одном. Я же находил же, да, точно. Двойные карточки еще продавал их. Так. Могилы. Могилы. Ну, это просто могилы, я понял. Нифига себе, тут у нас даже задание появилось. То есть я не просто так сюда заглянул. Так. Так, так, так. Это у нас стойло. В стойлах что-нибудь у нас есть. Наверх он подъем есть, я смотрю. А, ну там пулемет будет. О, этот хмырь. На тебя плуг упал, видимо, да? И тебе худо сделалось, блядь. Давай обыщи его. Патроны револьверные. Так, чувак наверху. Так, точно здесь нихера нет ничего интересного, блядь? Я надеялся, какой-нибудь раз бандиты что-нибудь интересного у них будет. Типа, да, оружие какое-нибудь прикольное. Вот сраный пулеметчик. Корень валерьяна. О, пулемет Максима. Ну, можно было типа залезть, да? О, ни хрена себе. Прикольно. Так, бандита мы брать не будем. Ну, давай, спускайся. Вы это, бандиты, вы в чем живете-то? Я не помню. Вот у вас хлев стоит. Это это. Деньги бы что ли было какое-то? Вы же бандиты, у вас же... Тут есть что-нибудь? Тут нет, блин. Вы какие-то бедные бандиты. Яблоко вон. Тыквы гнилые, смотрю, у вас торчат. Бандита Дрискала.
Все бандиты Адрискола. Опять яблоки он, а он консерва опять какая-то. Или патроны это что это? Патроны для дробовика. О, нюхательный табак вон, который уже щепотками жру. А, открытый жевательный табак. Ладно. В лучшее выйти, выпей рому. Мужики. Мне показалось, здесь чем-то засверкало. Ничем не засверкало. Ничего тут интересного нет. Оружейное масло. А он что-то лежит. О! О, дорогие сигареты. Вот одну карточку-то мы сейчас найдем. Ты еще курить, блин, с туберкулезом. Вообще молодец. Вообще крусавчик, как говорится. Ой, чемодан. Нет. Нет, говорит, этот чемодан не того сорта. Ну, охренеть. Столько трупов у вас, чуваки, нихера нету, блядь. Джин. Где там мои пузыри всякие разные? О. А чуть-чуть давай замахнем. С паршивой овцы хоть шерсть и клок, как говорится. Давай. Ой! Ты прикинь. А чё тут больно уже прокачивать-то? Сейчас набухаемся. И надо теперь пожрать что-нибудь. Дует всякий хлеб там. Так, за... Блядь, заходи. Чё, серьезно? В доме пустота. Конь! Ёпты. Давай хоть тебя поглажу. А, подожди, изучить кого-то. А, это, блядь, я типа лошади свои не знаю, ни хрена себе. Так, ладно. Ну, небольшое приключение. Задание только что здесь было, ёпты. Бандитов завалил. Ой, я уж думал, опять медведи там. А вот и медведь. Что за медведь? Подожди. Да медведь тунь. Сука, начался туман. Это весело. Весело. Easy there, easy. Это черный медведь, да? Какой-то, бля. Ну ладно, он сам боится меня, видимо. Да, говорит, ты скотина. Тут замочил, говорит, у меня родственника недавно. Он тебе, говорит, вообще ничего не делал. О, подожди, какое-то строение треугольное. Не треугольная, а этим уголком. А, вон оно. Сюда вот.
Так, влазим. Ничего здесь не живет. О, курицы живут. О, ослик. Обычный осел. В туалете у вас ничего прикольного нет. Очень хочется, блять, пустите. Так, ладно, дом обычный. Ладно, заглянем. Ой, кто-то там есть. Наконец-то. Мне сказали, что тебя надо ждать еще 2 дня назад. Тут что такое происходит? Давай поговорим. Простите, вы о чем? Оставь то, что принес в подвале, и иди. Самогон. Жрачка здесь какая-то. У меня животом беда, так что я не настроен. Он говорит, с тобой, блядь, что за прикол вообще? Уолкер, Уиллер. Не помню, говорит. Вовсе, говорит, парни на одно лицо. Чё это? О, пистолет! Ёпта! Стой, блин! Что это я нашел? Ограбить ящик с оружием. Что-то старая какая-то винтовка. Полуавтоматический дробовик. Хватит там шарить, вылазь. Каркану винтовку. О. Винтовку Спрингфилда скинем. Да вот этот возьмем. И что он себя представляет? Ой, бля, урон прикольный так-то. Урон. О, почистить надо. А ну вылезь, говорит, сразу же. Да сейчас я, не видишь, пушку чищу. Психует тетка. Все, сыновей. Ну, блин. Ну, тетка, ты зря сыновей позовешь. С тебя шкуру, говорит, спустят. Осмотреть фотографию. О! 4 у нее парня. Драгоценности берем. А она реально убежала, тетка-то, кстати. Так, поезжи мне, что это. Бандит. Сейчас бежи, что за пушка там. Блять, ну в смысле, понятно, что. Да, винтовка Спрингфилда, да? Ну-ка. Ну, дробовик как дробовик. Винтовка Спрингфилда, ну-ка. О. Вроде понравилось. Чё, состояние почистим тогда. Эй, что за трескотня? Заглючил. Все, почистил я, убрать. Дом вам здесь обыскали. Сундук. Что тут у тетки есть еще? О, эликсир из женьшеня. Мне кажется, там снаружи меня ждут будут как раз эти, да? Родственнички. Ой, сыновья. Тут еще можно обыскать. Крекеры, плитки шоколада. Печенье ассорти.
Ладно, поел. А вон еще ящик остался. Все, пусто. Где родственнички? Нет, говорит, родственников. Давай, залазь. Еще пообыскиваем местность, да? Старушку из дома выгнал. Ружье отобрал. Блять, опять там кто-то на меня смотрится. Тихо, тихо. Ой, еще один медведь, блин. Нифига мы куда залезли. Ничего интересного. Эй, эй, эй! Ну. There we go. Ни хрена себе. Ну, в смысле, ни хрена себе. Понятно? Куда я припилил-то? Так, впереди у нас еще вон что-то можно обыскать. Ой. Аккуратно попытаемся съехать. Ага. Так, подожди, что у нас с одеждой? Оденем зимнюю одежду. Блядь, стрелок зимний. Ну, давай напилим. А, если лошадь идет галопом. О, все. Все, теперь мы не мерзнем. Это самый старый костюм еще. Остаток ролика, я думаю, чуть-чуть побегаю без озвучки, так что заранее это как его прощаюсь. Пока-пока.
easy now. Yeah. Hey, you all right, mister? Can we help you? I'm fine. Oh, I know you two. Hey, look who it is. Oh. I barely recognized you boys on account of you not trying to kill each other. Yeah, well, somebody learned his manners, finally. So you boys didn't run away. Now, nobody looking out here. I reckon we're okay. All right. But the law's pretty, well, it's pretty vigorous these days. I told you we should leave, but did you want to listen? Oh, no. Mr. High and Mighty, he don't listen to no one. Oh, would you just shut up? I will not. I will not shut up. You know what? You'll shut up when I shut you up. Oh, that's real funny. I cannot believe it. I'm stuck out here with only you to talk to. I get a better conversation from the goddamn trees. I know. I've seen you talking to them. You for being a moron! You're an unkind man, Mr. Black! Oh, let me in! Let me in! Open the door! Come on, let me in! I'll kill you myself! Go away! Let me in! I'm sorry, okay? I'm sorry. Now let me in! Go away. I'll make dinner. Again. I'm sorry. Say you're sorry again. I'm real sorry. Whoa. Yeah.
Yep. What's wrong, boy? Stay calm there. This is private property. Back, damn it! You hear me? God damn it! Blow your brains out! Get away from me! Thank you.
have this, girl. It's okay, girl. Yeah, you're all right, girl. Here. Yep. Easy, easy. Let's go, girl. Thank you.
Thank you.